А знаете ли вы, что лебеди Великобритании принадлежат Елизавете II? Как утверждает история, лебединое мясо в средние века считалось королевским лакомством, и простому народу доступно не было. Так, в 1483 году в Англии был издан указ, запрещающий жителям разводить лебедей. В 1496 году за добытое или украденное лебединое яйцо полагался год тюрьмы и крупный штраф. Разведение благородных птиц разрешалось только по королевской лицензии, узкому кругу лиц. Со временем была даже разработана специальная система меток, которые вырезались на клювах птиц, чтобы любой мог опознать, кому принадлежит тот или иной лебедь. Если отметки на клюве не было, значит птица принадлежала государю. К 18 веку лебединое мясо перестало считаться деликатесом, а в связи с возросшей активностью зоозащитников постепенно угасла и практика метить лебедей. Но традиция, согласно которой величественные птицы являются собственностью монарха, сохранилась и по сей день. Правда, сейчас королеве принадлежат только лебеди, живущие на Темзе и в ее притоках. Раз в год здесь проводится церемония под названием «инвентаризация лебедей», когда этих пернатых ловят, подсчитывают, окольцовывают и отпускают обратно в реку. В 2009 году Елизавета II стала первым в истории страны монархом, который лично присутствовал при этой процедуре. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.